Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2 Special Edition. Это у нас история сенсея. Ну что же, пойдем смотреть. Так, у нас с вами посох, да, который мы получили. Это все хорошо. Так, посмотрим, что у нас еще есть. Кстати, по финансам 17 тысяч, это неплохо. Можем улучшить себе посох. Так, а чего нам не хватает? 50, да? 50 гемов. Слушай, ну в принципе можно накопить два таких тесака, нехило будет. О, а тут два топорика, но это уже на 15 уровень. Интересно, эти тесачки хороши или нет, а? Может быть накопим? У нас же есть там, по-моему, сейчас определенные испытания, если я ничего не путаю, где мы можем с тобой заработать гемы. Так, давай-ка глянем. Невозможно. Да, сюда нам лучше не идти. Мясника мне не завалить. Причем, смотри, здесь какой мясник. А там видел, когда мы с тобой проходили с сенсеем. Он был бородатый. Все дела. Так, минимум 1000. Так, 4 гема. Блин, вот если бы я бы по максимуму прошел, я бы получил 39 гемов. Слушай, мы можем с тобой пойти на турнир. Пока еще уровень сложности легко. А почему бы и нет? Я лично не откажусь. Навалять кому? Задири, конечно же. Задира, первый кандидат на вылет. У нас посох. А он у нас ближник, да? Хотя у него есть выпады. Ну, я думаю, ничего страшного. Мы должны с ним справиться. Уровень сложности легко, так что все под контролем должно быть. Да иди ты, сразу начинает мне. Так, а если я тебе магии... А что маг... А магии у нас нету. Подожди, а в чем проблема? Что у меня... Понятно. Я забыл, как всегда, ребят, раскладку поменять. У меня же все на английские буквы. А там, видимо, стоит русская. Так, тихо ты. Слушай, смотри, как я ему накумарю. Все, ребят, задира, ну, практически готовченко. Да ладно, как ты вернулся-то? Получил по башке посохом. Будешь знать. Слушай, сейчас накопится у нас с тобой супер заряд. А мне сразу вспоминается Shadow Fight 3, да? Это когда у нас накапливается теневая энергия. Здесь что-то типа того. Вот, я могу сейчас применить спокойненько. Ну-ка. Это вот надо было так лопухнуться. Накопил и сфейлился. То есть я не успел просто удар сделать, он меня перебил. Нифига ты в наглую подошел мне и бомбанул. На тебе в ответку. Так, давай попробуем. Да не надо мне этого, я хотел подсечку. На. В любом случае, ребят, победили мы с вами. Сейчас получим, кстати, неплохую награду. Сколько у нас? Ну, почти 7500 голды. Слушай, ну это нормально, я считаю. Мы можем с тобой даже немножечко прапаться. Слушай, уровень сложности нормальный. Я думаю, следующий турнир нужно тоже пройти. И у нас счастливчик. Угу. Ну что же, давай. Ну, как вы поняли, на моем канале будет история и сенсея, и основная Shadow Fight 2. Так что, ребята, не удивляйтесь, почему именно два плейлиста. И названия разные. Я вам сейчас, надеюсь, все прекрасно объяснил. Так, дай-ка я попробую. Да ладно, захотел бомбануть. Нифига я ему там под критовочку-то дал. Зашибись. Все, счастливчик отдыхает. Но это еще не конец, ты сам понимаешь, да? Это еще только начало. Следующий бой. Попробуем его сейчас сразу же. Ага. Блин, гаденыш что сделает? Да иди ты. На! Мне бы энергии бы пульнуть бы, магии, я имею в виду. Да хорош ты уже. Ах ты жук. Нет, он промахнулся. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот под этот удар лучше не попадать, ребят. Если попадешь. Ой, как он тебе плохо сделал. Не. Ох ты! А если я в ответ? Так, Сюрик. Кто кого перебьет? Я попадаю потихонечку, да? Я его не вижу, но он урон получает. Загремел. Ну, я его тогда сейчас так и добью. Все. Ой, допрятался там. Ну что, друзья мои, почти 8000 заработали с вами. Я считаю, что это неплохой результат. И сейчас уровень сложности наверняка уже испытания разблокированы. А, вот они. Без снаряжения. Нормально, давай попробуем. В этом бою ты будешь сражаться без оружия, шлема, доспеха, метательного оружия и магии. Ну, так и скажи, голым просто-напросто буду драться. Ой, обезьяна. Да ну, брось ты, хорош. Действительно, похож чем-то на обезьяну. Своя физиономия такая у него. Так, раунд один. А, он тоже без оружия, ладно. Ну, хоть здесь по справедливости все. Ага, ушел. А ну-ка, отлично, попался. Да ладно, ну что ты...
Оу. На. А? Как тебе? Юлиш? Так, я, по-моему, пропечатал. Да, я пропечатал. Поехали. Да тут, кстати, удар, когда делаешь, да, руками, тоже очень хорош. Ну и что ты прыгаешь здесь? Обезьяна, а? Даже ничего не может сделать. Нет, может. Да иди ты. Полежи. Так, коленочкой, еще коленочкой. Так, ну-ка. Ах ты, зараза. На, ну. Да что ж ты такой. Прям перед лицом, перед носом, перед его. Смотри, увернулся. Но тут ты, извини меня, я его большим пальцем правой ноги все-таки в ноздрю ему засандалил. Как говорится, нюхнул потник. На. В грудак ему пропечатал. Я не буду на тебя любоваться, обезьяна. Так, тихо. Подсечку, может быть? А? На. Смотри, какой жук, а. Слушай, а как у нас там в прыжке и два раза ногой, по-моему, да? Да-да-да, вот этот удар, понял. Воу-воу-воу-воу, смотри-ка, обезьяна-то раздухарилась. Да что ж ты будешь делать, ты неуловимый как. Да иди ты. Полежи, гаденыш. Воу. Блин, почему-то мои удары. Он повторяет мои удары, ребят. На. Подсечку попробуй сделать. Я. Блин, буквально, ребята, на пределе я его успел шатать, иначе бы мы с вами погибли бы. Так, в общем, обезьянку мы с тобой одолели. Ну, опять же, повторяю. Ой, и сразу невозможно. Одну прошел, и все, сразу невозможно стало. Здесь безумное. Кстати, у нас, надеюсь, этот ты... Нет, все еще стоит. Принимает мой вызов. Видимо, он хочет распрощаться. Так, кстати, без оружия. Смотри, мы можем здесь получить с тобой 15 гемов. В этом бою ты будешь сражаться без оружия. Понял? Без оружия. Ну, по крайней мере, в броне, да? И мы воюем против ниндзя. С удовольствием. Я тебе сейчас накумарю. Ох, с удовольствием. Она, правда, с двумя мечами. Ну что, тень, не подведем? Надеюсь, не подведем. Отличное начало дня. Давай, 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 давай. Упс. Так, тихо, тихо, тут опасно. Понял. Отлично пробил. Смотри, что делает, а? Юлит. А если подсечку? Да какая, блин, какой удар, говорю, подсечку. Вот, сейчас было замечательно сделано. Тихо, отходим. На-ка, получила? Прямехоньким, прям в грудину. Да ладно, выпендривайся еще мне. Так, тихо, ребят, не расслабляемся. Да что-то, я хочу, блин, подсечку, не получается. Да что? Вот из-за этого начинается вот эта вот проблема, ребят. Отходим. На тебе, прям в табло зарядил. Е! Пока она там ногами своими махала, я ей прям в промежность кулаком зазведерил. Так, ну что, первый раунд был за мной. Естественно. Ну, естественно, ей же нужно отыграться. Начинается, короче. На, на, на. Троечку зарядил, да? Поехали. Так, тихо. Блин. Был такой шанс ее подловить. Хотя, в принципе. Да чтоб тебя. Давай, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, но получали мы с тобой урона здесь. Да, ё-моё, ребята, она меня расколола. Поймала меня на тактике моей. Ладно, 1-1. Сейчас будет все решаться у нас. Отходим. Понятно. Так, тихо. Не лезем на рожон. Будем с тобой. Ну! Ай-яй-яй. Подловил я все-таки. Ах ты, зараза, что делает, а? На, на, на. Как ты успеваешь-то, а? Гадюка. Ну. Ай-яй-яй. Это опасно. Тихо-тихо-тихо, не выделывайся. Подсечку, да, хотел? Ага. Во, сейчас я хорошо выбил зубы-то. Давай, попробуем сейчас ногой. Отлично.
Да что ты юлишь-то тут прыгаешь, а? Тихо. Подожди, Рэй, не надо лезть. Ты видишь, она, блин, раздухарилась. Фух. Кулаком справа, как говорится, зарядил своим любимым. Ну, не апперкутом, конечно, но все-таки, ребят, 15 гемов заработали. Нам нужно с тобой 50, да? Помнишь, для чего? Чтобы купить. Что-то там купить мы хотели. И опять закрыто. 4 часа на откате. Понятно. Так, что у нас там с отшельником-то? Слушай, а здесь у нас все закрыто, да? Тут нету ночи, мы не можем с тобой сыграть. Тут, я еще раз говорю, ребята, нету подземелий. В этом Special Edition подземки нету, она только в оригинале. Слушай, может быть, пойти на выживаху? Слушай, подожди, у нас 36 тысяч. Ё-моё, подожди-ка, мы же можем, наверное, что-то с тобой улучшить. Шмотки какие-нибудь за, именно за деньги. Да, нам нужны вот эти два тесака. А пока мы улучшим с тобой посох. Так. Броньку мы можем улучшить? Можем. Давай ее тоже на улучшение поставим. Шлем. Шлем-то нам, по идее, лучше вот этот, наверное, приобрести. Или по... Вот. Вот, погоди-ка. Слушай, 32 гем. Блин, 32 гема не хочется тратить. Может быть, нам купить этот? А что тут у нас? Восстановление магии при ударе. Это шлем богомола, а это шипастый шлем. Слушай, ну они... Абсолютно одинаковые, только единственное, что здесь накопление манны идет. Я, наверное, все-таки куплю вот этот вот. Да, я хочу приобрести и его улучшить. Еще улучшить. Все, это максимальное улучшение, да? 333. Ого. Фига себе. Блин, прикольная маска. 110 гемов, не желаете? Ух ты. Лунный шлем. Шлем с полумесяцем. Рогатый шлем. Шлем легионера. Но это на 18 уровень. Так, что у нас по сюрикам? Есть что-нибудь хорошее, замечательное? Вот эти вот охотничьи ножи. Давай, наверное, купим с тобой. И деньги на этом кончились у нас, да? Так, а то, что я приобрел, уже одевается сразу же или мне нужно самому? Одеть. Ага, одет такой какой-то... Какой-то... Не очень красивый, да, выглядит. Укрепленная броня варвара. Я думал, знаешь, что укрепленная броня пора. Ну что, давай поехали посмотрим. Что у нас тут-то опять отмечено, я не могу понять. Они постоянно мне эти печати отмечают. Зачем это делать, я не понимаю. Что, не видел, что ли? Слушай, может быть, нам попробовать с тобой отшельника бомбануть, а? Две попытки, уже даже три делали, ничего у нас не выходило. А сейчас вдруг получится, ну у нас, не забывай, стилеты. А он юлит, он юлит. Ну, сейчас у нас броня, по крайней мере, заточена. А, у нас посохи, какие стилеты, посохи. Точно, ребята, с посохами может быть все. С посохами, с посохом. Будет немножко попробовать. Ах ты. Ну смотри, что творит, а. Ребят, что-то мне... Он мне шанса не дал мне, понимаешь? Да я просто не могу никак адаптироваться. Подожди, надо боев 10, наверное, с ним подраться, и тогда все будет четенько. Да как же ты меня... Во, получил по башке? Вот гаденыш, а? Ну вот как вот он сейчас, ребят, ну... Ухитрился, избежал вот удара вот этого. Ну скажи мне, а? Прям в воздухе его подбил. Как ты меня бросил? А, это я его бросил, блин. Я все путаю в этой. О, еще разочек. А он себе... Хотел пшикнуть своей магией. Ну, как видишь, ничего не помню. Нет, что-то с посохом как-то с ним плохо драться, если честно. Может быть, ногами попробовать его кумарить? Ну, ногами как-то даже получше получается. Так, уходим. Ага. На коленочку я его взял. Получил в табло. Ах ты жук. Вот как только начинаешь своим посохом, да, тут бомбить, он сразу же начинает, ребята, чудить. И чудит он, как ты видишь, не по-детски. Да, он меня закумарил.
Чё-то не катит, друзья мои. Никак я не могу у него забрать его на вот эти вот два мяча прекрасных, которые мне нравятся. Давай тогда посмотрим, что у нас там творится на мяснике. Так, телохранители невозможно, дуэль закрыта, выживалка. Тут тоже невозможно. Но зато на турнире нормально. Угу, поехали. Опять чертовка. Ну что же, давай. Она с двумя маленькими кортиками, ножички, или как их назвать, не знаю. С двумя мечами. Поехали. Ага, сразу подловил. Так. Ну-ну-ну-ну-ну, родная моя. Блин, очень большой размах у этого посоха, если честно. Офигеть, что она тут творит, а? Так я же... Да что ты делаешь-то, ну? Давай, бомбани ее. Так. Отлично. Полежи. Добить остается только. Я еще сейчас удивлюсь, если мы проиграем. Получал. Воу! Здоровски, да? Так, ну у нас с тобой есть магический удар. Офигеть, она меня, конечно, сейчас прессанула. Что тут говорить? Давай зарядим. Трындец. Да что такое-то? Что происходит-то? Я не поймаю этого дебилизма. Жесть. Подловила, да, меня все-таки? Попробуем еще разок. Понятно. Ну. Конечно. Так, тихо. Понятно, мы промахиваемся. Воу. Слушай, она в рукопашку сейчас будет. Не будет, она уже ничего делать. Так, мы сравняли счет, да, 1-1. Раунд третий. Фух. Как же напряженная, а? Может быть, уйдем с тобой до магии, бомбанем по ней хорошенько. Зашибись, она даже здесь меня перехитрила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, получи. Ты серьезно это, что ли, чертовка, а? Нет, по-моему, она сейчас меня вырубит. На, на, на. Ну как такое может быть-то, а? Ребят, сейчас рубанет. Трындец. Ты посмотри, сколько у него здоровья оставалось, а? Да, надо, ребята, привыкать. Привыкать, тренироваться, еще раз тренироваться. Чтобы, как говорится, взвешенно и равномерно раздавать люли. Вот с прыжками я, ребят, вот прыжки и вот эти вот подсечки почему-то сейчас плохо работают. Раньше они работали идеально, это были самые мои любимые приемы. Сейчас хочешь сделать подсечку, у тебя ни хрена не получается. Ну как она, блин? На, попробуем. Ага, ага. Да конечно. Так, попробуем сейчас. Есть, подловил я ее все-таки. Не тут-то было. Начинаем, да, короче, с тобой фигней страдать. Допрыгалась. Так. Подсечка. На, в табло тебе. Ага. Прыгунья, стрекоза. И еще разок в табло. Блин, ответку получил. Ну что, попробуй. Что ты делаешь-то? На. Пригвоздил ее, как говорится, к полу. Я все хочу заклинания применить, но я чувствую, что лучше этого не стоит делать пока. Вот сейчас можно. Да, когда она лежит. Самое то. Да куда ты побежала-то, родная моя? Тихо. Упс. Ну-ка. Ну я же хотел вот этот вот удар сделать. Срабатывание, конечно, обалденное просто.
Еще и бросок, давай ушатай меня, чушь там. Сюрики, ага. Понятно, сейчас еще сюрик. Ну это что такое? Ну это что такое было? Я не понял, ребят. Ну как? Ну зараза, а? Ну чертовка, ну чтоб тебе черти в аду жарили, а? На, наконец-то получила в табло. Так, так, так. На-ка. А теперь еще вот таким вот образом. Фух. Раз на раз не приходится, как говорится, да? Я, главное, срубил свои бабосики, и это самое главное. Это следующий режим будет какой там? Супер-пупер сложный. Нам еще одну битву выиграть, и мы получим уровень. Так что поехали. Против кого мы сейчас будем драться? Против кнута. У него, кстати, тоже посох, и я почему-то подозреваю такой же, как у меня. Кнут и пряник. Так, раунд один. Да, один в один посох. Поехали. Началось, да? На подсечках, да, работаешь, парень? Ну ведь я хотел вот эту... Я не понимаю, я хочу сделать один удар, он делает другой. Что за фигня, блин? О, а как он это делает? А, это же, по-моему, точно, это же удар вниз. Я уже сам себя попутал, где я нахожусь, где я... Ай-яй-яй. Не надо. Yeah. Great. Нифига, ребята. Я просто растерялся, я не пойму. Тут только разница в шлеме. А так абсолютно одинаково. А когда в такой суматохе, фиг поймешь, где кто и что. Ну-ка. А? Ой, а что так? Урона-то мало получил парень. Ну-ка. Еще разок. Блокируется, да? Оу, а у этого парня-то магия-то будет похлеще, покруче, пожестче. Блин. Подловил меня все-таки, а. На. Давай ловить его. Он блокируется, ребят. Ага, по спине-то. Неплохо получил. Он сейчас меня... Шатал, говнюк, кусок говна. Так, ладно. 1-1, пока ничья. Че, попробуем сейчас, наверное. Да. Ну. Защищается и все здесь. Упс, я хотел перекатик сделать. Сделал, блин, перекатик. Угу. Получил. Не выходит. Ты посмотри, какой жучара. О, а у него-то все получается. Да как ты меня сбил-то, блин? Лежать, гаденыш. И он мне в ответку, да, бросок сделал. Так, тихо. Да куда ты развер... Магию, может быть. Е. Ну-ну-ну-ну-ну, успокойся, родной. Ё-моё. Рэй, ну ты развернешься или нет? Давай, есть. Хидрик, ты посмотри, у меня жизни. Он бы просто дунул бы в мою сторону, и я бы распластался бы, но... Ядрёна ваша, ху-ху. Я, кажется, вспоминаю, почему я завязал играть в Shadow Fight, потому что мне нервов не хватало. Так, сенсей меня поздравляет, да, неплохо. Я получил уровень 15, и мы переходим с тобой в профиль. Так. Изучить. 47,5% шанс, что первый удар в бою, нанесенный в течение 3 секунд, снимет дополнительно 10% здоровья противника. Увеличить урон на 18% в течение 8 секунд. Но я думаю, что, наверное, вот это мы с тобой изучим. Так, вот такие вот у нас с тобой дела. Так, и у нас денег 19 тысяч, и мы можем с тобой что-то новенькое приобрести. Давай глянем. Могу вот эти вот топоры взять.
Вот эти вот топоры. Ну что, возьмем, наверное, купим, посмотрим, что они там из себя представляют, эти топорики. В данный момент у нас 342 мощи, а у этих выпусков, ну, конечно, послабее будет. Так, можем прапать. Ух, ё-моё, ты посмотри, какой дадау, уничтожитель. А по броньке? Вот эту броньку можно будет взять. Доспех богомола. Благословение шута. Шанс на повышение урона после 150% в течение 5 секунд после получения удара. Этот шанс зависит от силы и свойства, да? Ого. Разбитые сердца. А это еще и кровотечение делаем, да? Точно. Так, ну что, попробуем с вами подраться вот этими топориками. Кстати, я хочу глянуть, у меня когда-то вот эти вот доспехи были супер-пупер элитными. Нифига улучшение у них идет. Ого. Так, а у моей сколько? Будут. Ну, все равно мои получше, если я их, конечно, приобрету. Ну что, друзья мои, топорики мы с вами получили. Теперь надо идти. Так, уровень сложно. Так, здесь, кстати, телохранитель тоже сложно, но я думаю, стоит сходить. Носорог, ты обидел птичку. Ты заплатишь за то, что сделал с моей возлюбленной. Да? Хорошо, носорог, я тебя понял. Птичку я его обидел, понимаешь ли. Хнык-хнык, птичку жалко. Носорог. Ну давай, я тебе сейчас нос-то обломаю. Или рог, как там назвать-то правильно. Перекати поле, все дела. Надо посмотреть, что за топорики, что они делают, как. Понятно. Да чтоб тебя. Надо привыкнуть вначале к новому виду оружия. Так, тихо. Что сейчас было, не пойму. Схлестнулись все. Так, он своими прыжками меня сейчас хочет. Ну, прижучить бы его. Так, бросили. Е, пробил. Слушай, ну топоры так себе, вроде бы неплохо. Правда, медлительные, но посмотрим, что дальше будет. Так, у меня заряд энергии есть на магию. Ох, как ему сейчас не повезло. На! У, друзья мои. Он потерял оружие. Все, я его раскромсал. Перфект! Ну что, птичку жалко ему. Ребята, я как с куста его сделал сейчас. Фига себе. У нас, кстати, сколько? Мясник считает, что любовь делает нас слабыми и бесполезными. Прошу, не говори ему о нас с птичкой. Проныра. Победив отшельника, ты лишил меня дохода. Теперь каждый второй знает тайну магии. Мне нужна новая идея. Времени у меня достаточно. В порту меня ждет корабль. Счастливо оставаться. Дуэли снова доступны. Без блоков. Оу, 15 гемов, я с удовольствием пойду. А в этом бою ты не можешь блокировать удары противника. Ну, надеюсь, он тоже не может блокировать. Опять очередной у нас ниндзя. Ну, я надеюсь, я хоть с топорами со своими, или как, опять в рукопашку? Тут, то есть, ребят, надо лезть на рожон просто-напросто. Отстаиваться, прикрываться тут смысла нету. Посох мне дали! Почему мне дали посох, блин? На! Так, ну у тебя же тоже нет блока, парень, я ведь так понимаю? Ну то, что у меня посох, мне даже выгоднее, ребят. Потому что, ну ты сам понимаешь, дальность атаки-то какая, а? Ха-ха-ха. А ниндзя лежит и расслабляется, так. Ладно, ребята, расслабись маленько, давайте попробуем. Опа! Еще разок, опс! Нравится мне эта веселуха, на! Так, главное не подходить близко. Ты заколебал, а? Так, тихо-тихо. Да чтоб тебя. На, в табло прям. Схлопотал. И еще разок. Слушай, а у него что, блок есть, что ли? Я не понял. Так, ну что, добиваем его? На, палочки просто в ноздрю ему. Типа, парень, куда ты смотришь? На, нюхни. Палку-копалку. Все, ребят, 15 гемов еще срубили. Отлично. Итого у нас 73, а нужно 110, да? Для там супер-пупер шмотки. Так, пока еще безумно здесь.
Здесь я не хочу ничего делать. Так. Ага, у нас с вами, кстати, последний бой. Нормально, 31 гем. Кто у нас здесь будет? А, мясник же. Ё-моё, я же с ними не покончил еще. Так, ну что, у него тесаки, у меня топоры. Давай посмотрим, кто кого. Назвать сенсея здесь молодым как-то, честно говоря, невозможно. А, блин, какие? Он тут же у нас, блин. Я совсем забыл, что у нас оружие-то не меняется. Да чтоб тебя, блин, я ничего не могу сделать. Да, конечно, ну. Да ё-моё, ну этот размашистый удар, ну просто бесит, ну серьезно говорю. Тихо ты. И со спины его. Ах, как он подрезал, блин, сухожилие мне, а. Ну мясник, ну говню. На! Ну как ты... Да ты будешь уворачиваться. О! Отлично! Что? Он там и кровотечение понавесил. Чего только нету. Давай его жучить. Получил свое? Так, тихо, уворачивайся. Давай. Да ё-моё, уклоняется он. Как ты меня достал, а? Да я не могу его одолеть, и хоть ты тут что делай. Просто какими-то фигней страдаем какой-то. В спину, сейчас было хорошо. Ну, почему вы такие долгие комбинации-то делаете, а? Сейчас забьет меня, наверное, ребят. Как ты, сенсей, меня раздражаешь вот своим вот этим выпадом офигенным, а? И мясник, блин, прикрывается, главное, что от этого всего дела. Ать, подловил меня на тесак на свой. Сенсея нельзя прокачать. Это большой минус. Если наша тень прокачивается, то у сенсея все как бы, ну, по умолчанию. Кажется, финал той схватки был иным. Попробуй вспомнить. Тут уровень сложности нормальный. В принципе, мы должны его одолеть. Сколько для этого понадобится попыток, я вот не знаю. Весь в шрамах, ты посмотри на его предплечье. Может быть, не надо размашистый удар делать, а? Попробуем. Может, нижним ударом бомбить? Ага, подрезал. Так, подходит, 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 подходит. Не тут-то было. Да почему? Я вот видел, просто даже бью и не попадаю по нему, ребят. Вот он жучара, а. Смотри, что делать. Опа-на, как я его сейчас пригвоздил-то. Офигеть. Да как так? Ну смотри, остается у него совсем немножко жизни, и он меня подлавливает. Хотя я ничего не делаю, я тактику не менял. Все то же самое. Ну, предположим. Зажал я его, да? Ага, зажал. Смотри, рубит как, а. Так, уйди от меня. Есть. Так, еще удар. Ну что, специально что начинает выпендриваться? Я не удивлюсь, ребята. А что? Подожди, а что случилось? Он метнул свой этот диск, и у меня что? От постепенного урона? Нет, подожди, я должен его добить. Ну а что вы хотите, ребят? Вот так вот приходится стараться. Хочешь получить гемы? Хочешь пройти историю за сенсея? Будь добр. Бомби с ним. Я не могу просто убрать у него этот меч. Он с этим мечом ходит. Я не представляю, как мы там с тобой пойдем дальше. Какие там будут боссы. Но я постоянно буду с этой трихомудией ходить. Ага. Сейчас было отлично просто. Опять он свой диск этот пуляет. Нормуль. Так, тихо, что там? Ага. Блин, диск.
Не успел я уклониться. Да, ребят, там постепенно урон идет. Так, пора, наверное, вот так вот сделать. Ага. Да зашибись, блин, ну. Я офигею. Ему остается, блин, столько же здоровья, как всегда. И он меня почему-то уничтожает. Ты будешь, блин, кувыркаться или что-нибудь делать? Попробуем... Нет, не получилось. Ага. По низу, по низу. Бомби ему по ногам, ё-моё, что ли, я не знаю. Он твой удар, я смотрю, вообще не любит. Пум, своей плюхой. Ага. И вот начинается у него, смотри. Есть. Сейчас опять, да, бомбанет по мне. Ну ты смотри, что он творит. Ты будешь его рубить. Подловил. Ну чудом просто каким-то. Так, ребят, 1-1. Ну это еще не конец, естественно. Следующий бой. По ногам ему надо рубить, короче. Да что такой короткий-то? Офигею просто, блин, с этого дебилоида. Все, три удара, я готов. Ну как так может быть, а? Фу. Сколько мне придется вырезать боев, а? Боев 20, блин, прежде чем я этого ханурика завалю. Мясник. Труба дела просто-напросто, я тебе говорю, серьезно. Мне уже накипиши просто-напросто. Сенсей. Давай, погнали. Сенсей, блин. По ногам не вариант, короче. Будем просто ТВ атаковать прямым обычным ударом. Ага, разминулись. Этот размашистый удар вообще не алё. Ну как он? Ух ты, гаденыш. Смотри-ка, как я его сейчас... И он сейчас еще и выиграет, да? Нет, не в этот раз. Не в этот раз, парень. Так, мы взяли с тобой преимущество. Пока 1-0. Это пока. Начинается, да? Окей. Я так понимаю. Ну. Вот, хорошечно, хорошечно. А вот это плохо. Подсечка, как всегда. Ну, вставай, жирный. Не надо свою фигню. Ага, промахнулся, хорошо. Поехали. Да чтоб тебя, а. Перекат. Фигня дело. Давай, ловить его. Да какой бросок, черт тебе подери. Ну. Давай. Бесит. Ты смотри, что творит, а. Я офигею, ребята. Так, ногами, короче, будем сейчас его бомбить. Фух, ёпарсоте, друзья мои. Ну, наконец-то я его вальнул. Жесть какая-то. Фух. Ну, что там сенсей сейчас расскажет? Ха, смотри, князь спустился на утёк. Видел бы ты свое лицо, старик. Понимаешь, твой новый друг — бесхребетный лжец. Отвечай, почему Сёгун хочет его смерти? И что за магическая сфера, о которой ты говорил? Я помню, что как только князь испустит дух, Сёгун не даст мне жить. Я просто инструмент, меня можно заменить. И потому я помогу тебе. Одна женщина внушила Сёгуну, что трон принадлежит ему. Она обещала вояке сферу, что сделает его великим полководцем, в обмен на верность ей. Отправляйся в порт, Сёгун ждет прибытия судна. Сфера должна быть на нем. Она — это единственный шанс князя вернуть себе трон. Угу. То есть это будет вдова у нас, да? Ну да не... Подожди, какая вдова? Это будет оса, наверное. В порту. Ну да, оса.
Так, ну а нам нужно с тобой здесь все это повыполнять. Кстати, может быть, сейчас попробуем. Рысь еще принимает мой вызов. Слушай, а если я с рысью подерусь, например, с помощью топорика, я смогу наказать его или нет? Ну ведь я вроде бы побеждал рысь. Что она еще хочет от меня? Я не могу понять. Так, не забываем, что у нее эти крючья, когти. Опасная штука, бомбы вешает, а у нас с тобой топорики. Проверим. Упс. Так, тихо. Попал? Да, он по мне попал. Ох, какой там раскромсон, хотел сказать, пошел. Да что такое-то? Ядрить, смотри. Увернулся, да, гаденыш? Ну-ка. Блин, фигня получается. Ну нет, парень. Не в этот раз. Ух, черт подери, смотри. Пробью, нет, как думаешь? Есть. Так, 1-0. По-моему, он потом будет, ребята, то ли исчезать, то ли еще что-то делать. Я помню, что у него будет разная специфика. Так, я попробую сейчас отскочить и маги зарядить. Чего? Так, что он там? Он невидимый, да, стал? Где-то рядышком, по-моему, тут. Понятно. Да, я же не говорил, что он будет невидимкой. Вот это зря я делаю. Твою же налево. Слушай, ты достал уже? Не понял, это что сейчас было? Что он сейчас сделал? Объясни мне, пожалуйста. Хорош парень. Ай-яй-яй-яй-яй. И опять бомба. Все, хана мне. Не, ребят, я не понимаю, что он творит, как с ним тут нравится. Я ничего не могу просто сделать. Супер-пупер элитный босс, что ли? Или в чем беда-то? Опять бомбу повесил, понятно. Сейчас бомбанет меня. Стал невидимкой. Понятно, и бомбу. В любом случае он свою бомбу на меня вешает. Не могу я, ребята, одолеть его пока. Не могу. Я его бомблю, ему пофиг. Вроде и шмот хороший, все, и оружие нормальное. И все равно не справляюсь я с ним. Какой-то усиленный босс. Так, отшельника я, наверное, тем более пока не смогу бомбануть. Дуэли закрыты, здесь закрыто. Так, посмотрим, что у нас на турнире. Сложно. Тут безумно. Так, это все закрыто. Ну что, давай, наверное, пойдем с тобой на турнир. Попробуем выиграть бой. Против гадалки мы с тобой деремся. Угу. Против гадалочки. Так, с нунчаками, да, все дела. Упс, неплохо я так получил сразу же. Ё-моё, подстава была. Ну давай, иди сюда. Пробила, да, все-таки? Не могу дотянуться даже до нее, а? Ты посмотри. Дотянулся. Че вытворяет, а? Шимпанзе чертова. Поехали. Да, топорами, если мы, ребята, попадаем по ней, у нее здоровье, конечно, очень лихо отнимается. На. 1-1. Фух. Это, наверное, последний бой на сегодня, друзья мои. Иначе нервы мои ни к чертовой бабушке никуда не годятся. Проехали. На. Попало, да? Попало по мне. Ох ты. Она потеряла оружие, ребят. И это хороший шанс. Да. Тройное комбо и гадалочка лежит. А мы с тобой зарабатываем монетки. Мы с тобой зарабатываем монетки. И какой уровень сложности сейчас? Невозможно стало. Мясника бомбанули. Подожди, мясника мы бомбанули, когда с сенсеем. А сами мы, нет, не завалили. Пока еще невозможно, там написано. Безумно. У нас, кстати, 36 тысяч уже накоплено. Давай, может быть, что-нибудь купим с тобой на дорожку. Уровень у нас 15, да? И мы с тобой... Так, улучшим. Можно еще улучшить.
Все, это максимальное улучшение. Дальше у нас идет броня. Вот это вот. Покупаем, да? Блин, деньги как вода, просто моментально заканчиваются. Не хватает опять нам денег с тобой. Ну что, давай, наверное, тогда еще один бой. Во, уже испытание нормуль. В этом бою у противника повышена защита. Достигни стиля брутал, чтобы победить. Попробуй использовать различные удары. Стиля брутал. И мне достается змей. Ну, деваться некуда, будем пытаться брутальить. Ну давай, змей, хорош там. Гундосить. Брутал, типа, круто, да? Ух ты, отлично. И ти-ти-ти-ти, тихо. Да чтоб тебя. Блин. Да что. На, блин, он меня сбил. Ну не, блин, зараза, а. Так. Все равно, да, не получилось. А у него все идеально получается, ребят. На. А, по барабану, да? Понял. Иди сюда, родной мой. Ха-ха-ха. Прям на топорик. Ё-моё, зачем я это делал? Перекат этот, а? Упал, отжался. Так, друзья мои, первая победа за мной. Змей вроде бы, ну, несложный. Хотя, смотря, как сейчас пойдет второй уровень. Естественно, естественно, сразу начинается, да, выпендрёжи ионные. Ну, получил по шапке, придурок. Ох, сейчас хорошо-то как было. Бросочек. Магию тут я не вижу смысла применять, ребята. Хотя хотел попробовать. Попробуем, давай. Отлично. Ну, да чтоб тебя. Вообще мимо. Просто промахиваемся, ага. Поехали. Бросок еще сделал мне? Ну ты, блин. Парень совсем, смотрю, оборзел. Как тебя наказать-то, а? Говнюка я такого. Не успел, ребята, к сожалению. Уклониться. Опа. Ну иди ты на топорике-то уже в конце концов, а. Как тебя пробить-то, а, гада? Это вообще не алло. Он еще мне бросок сделал, а? Ты посмотри. Ну, добил, наконец-то. Юркий змей оказался. Фух. Ну, главный результат. Остальное не важно. Так, мы его здесь с тобой подбили. Дальше идет сложно. Кто там, интересно, будет? Поражение при падении? Здесь сложно, 10 тысяч разыгрывается. Я пойду, ребят, на турнирчик. Ой-ой-ой-ой-ой, утес. Ну, утес так утес. Давай. Попробуем ему, как говорится, по соплям надавать. Он с этими, с крисами шутить-то. Оу, а что это он так? Да ну, завязывай. Ты, наверное, поддаешься мне, парень, да? Или нет? Поддается, смотри, я ему просто... С двух плюшек. Но мы с тобой прокачали топоры, тоже не стоит об этом забывать. Ну-ка, попробуем еще разок так же. Ага, смотри. Пропустил самый главный удар и получил плюшку. Вот он что делает. Так, хорош парень, валяйся. Так, попробуем так вот. Угу. Два удара, а если... Ну-ка. Твою ж налево. Да чтоб тебя. Под Криса тоже попадать неохота, понимаешь, да? Если он будет делать свою эту вертушку, блин. Мало не покажется, но, видишь, я его подбил. Фух. Так, у нас достаточно с тобой денежек, чтобы что-то приобрести. А мы хотели вроде бы шлем, что ли, купить? Или броню заточить, сейчас глянем. Так, броня, давай посмотрим. Улучшить, да, только можем. А со шлемом что у нас?
Блин, нам немножко не хватает гемов. А где нам взять? Кстати, а что я думаю, где взять? Шанс на повышение урона. Мы сейчас с тобой пойдем просто на испытание. Нам нужно всего лишь 6 гемов, да? Если мы пойдем на испытание... Нет, не испытание, а где у нас тут? На выживание. Минимум 4, поехали. 4 минимум мы с тобой получим. А если пройдем волн 5, мы получим, ну, наверное, где-то как раз 6 штучек. И выйдет, и купим с тобой шлем нормальный. Правда, я не знаю, нормальный это шлем или нет, надеюсь, нормальный. У, это что? Это что сейчас было? Просто, ребята, не успел начать играть, у меня уже выбили. Что-то тут как-то... Не успел даже... Так, он достал меня. На! Пуху получил. Я смотрю, он любитель тут сюрикены бросать, да? На, в ответку. Твою ж налево, блин. Пробил. Ладно, один есть. Вот что прикольно здесь, так это музон, ребят. Ой-ой-ой, когти. Помню я такие коготочки. Помню. Попробуем пробить. Есть. Ну, топоры дают о себе знать. Так, у нас есть заряд энергии. Может быть, бомбануть сейчас вот этого низу. Откатик сделаем с тобой. И попробуем вот так вот. Слушай, ну неплохо. И добили. Я думаю, что 6 гемов мы с тобой уже имеем. Так, с крисами, да? Это что сейчас было? Что тут заморгнуло-то так? Тихо-тихо-тихо. Упс. Так, эх, увернулся, а. Ой-ой-ой, что-то он залютовал этот парень, смотри. Что ты делаешь-то? Опять большим пальцем правой ноги я ему в ноздрю зафигачил. Так, у нас с тобой ниндзя. Есть энергия, сейчас попробуем бомбануть. Черт тебя подери, а. Поехали. Ну-ка, вот так вот, нет, увернулся, а, ты посмотри. Ой-ой-ой-ой, удар такой прямой в голову. Я, знаешь, какую игру вдруг вспомнил сейчас? Наверное, из вас никто ее не знает, Бойцовский клуб. Она еще браузерная была в свое время. Ох, сколько же там времени в нее просаживал. А сколько там денег было в нее вложено, блин. Помню, да, наверное, каждую игру? Она типа идет как морской бой. Ты отмечаешь точки, куда ты собираешься бить. И потом ждешь результата. Потому что противник тоже так делает. Ах ты, завалил я эту ниндзю. В общем, игруха была прикольная. Помимо того, что там были файтинги, там еще были такие коридоры, где ты выходил, получал опыт, уровни и так далее. Потом эти очки распределял. Блин, заговорился и продул. Ну, неважно, ребят. Мне главное получить... Ох ты, 23. Ну, этого мне даже с лихвой. Так, ну что, давай мы, наверное, с тобой будем... Покупать шлем нормальный. Так, выходим сюда. Где этот шлем? Вот он. Берем, да, друзья мои? Благословение шута. И прокачиваем его. 358, слушай, неплохо. Шанс на повышение урона на 150% в течение 5 секунд после получения удара. Этот шанс зависит, ну понятно, от силы и навыка. Так, нам надо с тобой что-нибудь приобрести. У нас вот эти ножи. Надо прокачать их, наверное, да? Еще разок. И еще. По фулочке прокачали. Так, а что у нас с доспехами? На доспехи нужно 20 тысяч, считай. 20 тысяч. Подожди, 20 тысяч, это... Я не туда смотрел. Вот эти доспехи. 9 тысяч, ну почти 10 штук нужно. Топоры прокачаны полностью. Так, давай посмотрим, на турнире сложно. Мясник. Блин, мясник до сих пор невозможно, телохранитель у него. На испытании сложно. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей и продолжим играть
в Shadow Fight 2. Так что всем до скорого и удачи!